Возможно, 92 часа назад. Что бы вы изменили? Александр Николаевич, будь у вас возможность вернуться 2 часа назад. Вот что бы вы изменили? Спасибо. Добрый вечер. Была возможность немножко другой жребий бы хотелось бы. Решил бы не заиметь, но выбора большого у нас на сегодняшний день в плане состава не было. Вот. Так я по игре говорить не буду, потому что понятно, что все мы расстроены, футболисты расстроены, болельщики расстроены. Да. Я так подведу итог нашего выступления в Лиге Европы. Да, мы начали в конце августа плей-офф. За это время мы сыграли до 12 игр. Пока мы находились в турнире Лиги Европы, где на сегодняшний день это наш уровень. И как только, как только попалась команда, да, Челси, это команда уровня Лиги Чемпионов, то на сегодняшний момент очень большая разница в классе. Ну, во всем, в индивидуальном классе, в командном классе. Так что здесь, говорится, я ребят все равно поблагодарил за эти 12 игр, потому что для них это неоценимый опыт. И то, что здесь в нашем чемпионате, да, делают звезд, да, из наших футболистов. Они все нормально понимают, но они тоже читают это все. Понятно, что где-то нам не хватило и человеческого ресурса в плане того, что и те же травмы, и те же карточки. Так что да, мы могли чуть лучше выступить, будь все футболисты живы и здоровы. Но то, что мы имеем на сегодняшний день, лучшего пока нет. The question from the Ukrainian reporter was, Mr. Hatzkevich, if you had your will, if you could return two hours before, what could you change? Is that the first thing that I wanted to change? Maybe I would like another opponent in Europa League. But we didn't have much choice in terms of the lineup and in terms of the game. But still, I don't want to talk about the game of our team because now everybody is disappointed. I am disappointed. The boys are disappointed. The spectators are disappointed. In order to sum up our way in the Europa League, I'd like to tell that we played 12 games, played well, so I thanked my boys for all this way, for all these games that they played. It was a great experience for all of them. But as soon as we got an opponent which was quite stronger, like Chelsea, which is a team of the Champions League's level, we lost. But still, I thanked everyone here in my team. Here in the championship, Ukraine, a lot of reporters make stars out of my boys, but they read it, but they understand that they still need to, they need to work a lot to become real stars. Plus, I'd like to add that maybe we would have played better if we didn't have so many players in the injuries list, and also some players were suspended because they got a lot of yellow cards in the previous games, but still, I thank everybody, and we need to go further. Keep on fighting. Прошу наступне запитання. Next question, please. Мікрофон, будь ласка. Александр Николаевич, понятно, тяжелое поражение. После него наверняка снова будут много говорить о вашей отставке. По вашим внутренним ощущениям, вы готовы дальше работать с командой? Или же все-таки есть мысли, что уже все отдали, что могли? Ну, этот вопрос я с вами точно здесь уже задумываю. Хорошо. Этот вопрос здесь. The question was as follows. Mr. Hatzkevich, Dinamo suffered a big loss. Do you feel like you want to resign out of the post of the head coach of Dinamo Kyiv, or are you still ready to keep on working with Dinamo Kyiv? What do you think? And the coach responded that he didn't want to discuss this question.
Фраткін Михайло, правда тут. Ви вчора казали, що розраховуєте на Гармаша попереду. На вашу думку, чи можна було сьогодні забити хоча б один гол? І чи знаєте, що сьогодні Динамо взагалі-то зробила найганебнішу поразку 0-5 в історії Динамо в Єврокубках? Я думаю, що два м'яча забив би сьогодні, к сожалению, із-за ігри. Вот. А то, що пораження, я думаю, що з любого пораження теж можна что-то извлекать, и так что я говорю, что нет команд, которые не проигрывают. Мы сейчас видим, да, в Лиге чемпионов особенно, да, сейчас большая разница между топ-клубами, да, и другими командами. Да, это спорт, проигрывает. Конечно, с таким счетом не хотелось проигрывать, и, ну, как говорится, класс есть класс. The question was about Denis Harmash, who was playing striker. First of all, whether the coach was satisfied with his way, and was there any chance for Dynamo Kyiv to score at least one goal? And also there was a question: did the coach know that Dynamo suffered one of the biggest losses in its European history? And the coach responded that Denis Harmash scored two goals at least. Unfortunately, the referee didn't say that they were good. And regarding losses, yes, losses do occur. There are no wins without losses. All the teams lose. There's not a single team in the whole world that never lost a game. And there's a big difference between top-level clubs and the other clubs. Of course, we didn't want to lose with such a big score, but it happened, so we need to make good lessons out of it. Thank you very much.